Петербурге бензовоз пробил ограждение и упал в обводный канал. Для подъема грузовика прибыли два крана. Наш корреспондент Александр Бережной с подробностями происшествия. МЧС продолжает работать на месте происшествия. Сейчас из воды уже подняли кабину грузовика, а цистерна пока что остается на дне. Нефтепродукты уже начали собирать при помощи сорбентов. Напомню, сегодня утром бензовоз с мазутом протаранил несколько легковых авто и упал в воду, проломив металлическое ограждение. Водителю удалось выбраться самостоятельно, он доплыл до ближайшего схода, и там ему уже помогли очевидцы. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести, других пострадавших нет. Водолазы обнаружили незначительную течь дизтоплива. Предприняли попытку герметизировать, не получается, и принято решение демонтировать баки и краном их вообще снять для того, чтобы прекратить утечку. Течи из цистерны нет. Там находится мазут. В данных погодных условиях он практически не текуч. Экослужбы установили на воде заградительные боны. Они не дадут пятну распространиться. Экологический ущерб пока не подсчитан. Скорее всего, он окажется локальным, то есть небольшим. Герметичность 23-тонной цистерны мазута оказалась не нарушена. А вот из топливных баков грузовика в воду могло попасть около 350 литров дизтоплива. Александр Бережной, Виктор Корецкий, Мир-24. По предварительной версии сотрудников МЧС, причиной происшествия явился отказ тормозной системы грузовика.